Лекция 70. Про то, что кажется. В самом начале, когда ты только планируешь что-то сделать, чего-то добиться или свершить, то кажется, что ты все продумал, разобрался со всеми составляющими и учел все детали. И когда проходит пара лет, то появляется ощущение, что все сложилось именно так, как ты планировал. Ну, а еще через несколько лет становится еще более очевидным, что именно так все ты и задумывал. Вот это вот событие еще вот случилось, и теперь уже все именно так, как должно быть. А потом проходит еще 10 лет. И ты понимаешь, что мозаика только начинает складываться. И 15 лет назад даже представить себе не мог, какие у тебя появятся возможности. Поэтому ты и планировал все так примитивно. Добавилось еще вот это, и вот это. Совершенно невероятным образом появилось ниоткуда еще и вот это. Чудо не чудо, но тем не менее. И ходишь ты такой гордый. Как же ты все так здорово придумал 20 лет назад, что теперь вот все получается. И ты всего добился. И свершил именно то, что хотел. Супер. Супермен. А потом появляются еще более дерзкие возможности. И процесс продолжается. И то, что было задумано, становится действительно великим, гениальным. Меняется мир, меняет это дело, приносит радость, пользу. Но это не у всех так, разумеется. У большинства скорее наоборот. Ну почему я не сделал иначе, не выбрал другое, не подумал об этом? Ну что ж теперь?